Керчи состоялась 45-я сессия городского совета. На повестке дня безвозмездное выделение помещений религиозным, общественным, спортивным и муниципальным организациям. Внесение внутренних изменений и положение в работу администрации города. Среди общественно значимых тем – изменение тарифов для организации бесплатного питания учащимся и воспитанникам образовательных и оздоровительных учреждений Керчи. Сами льготные категории детей были разделены от 7 до 10, и вторая категория – это с 11 и старше. И прежняя сумма была неразделенная для этих категорий, была 110. На сегодняшний день от 7 до 10 лет стало 180,72 рубля, а для детей старше 11 лет стало 252,32. Было внесено изменение в летних оздоровительных лагерях, также было изначально не разделены категории по возрастам. На сегодняшний день они разделены с 7 до 10 лет 214,87 рубля. И детей 11 и старше 260,12 рублей. Раньше было 140 всего на всю категорию 7 и старше. Кроме того, на сессии было утверждено решение о создании муниципального СМИ. Вскоре информационный бюллетень «Керченский вестник» будет распространяться в библиотеках, госучреждениях и социально значимых объектах. Тираж издания составит до 900 экземпляров в месяц. Такое решение, по мнению чиновников, позволит сократить расходы местного бюджета и локально информировать граждан об общественно важных изменениях в жизни города. Опубликование в других средствах массовой информации, мы уже прошли этот путь, обходится бюджету достаточно дорого. Гораздо дешевле и проще издавать информационный бюллетень. Опубликование одних решений сессии и постановлений администрации выходило около миллиона в полтора месяца. Для бюджета это очень накладно. Счет пойдет на один выпуск десятки тысяч, не сотни тысяч, как это было раньше, да, то есть десятки, может быть, 20 тысяч, может быть, 30 за один выпуск. На 45-й сессии также было утверждено досрочное прекращение полномочий депутата Горсовета Керчи Александра Беленко.